замечательным, наверное, самым главным праздником в году. Потому что женщины всегда правы. Потому что без них никогда ничего на божественный свет не родится. Радости нет без них никакой и прелести в мире. Милые дамы, будьте всегда красивы, любимы, очаровательны. Я желаю, чтобы близкие вам люди окружали вас заботой и вниманием не только сегодня, в день 8 марта, но и каждый день. Для вас звучит серенада Бориса Кибутина. Соло на трубе Валерий Кондратенко. Thank you.
счастлива женщина, когда ее боготворят, когда ее любят, и особенно, когда ей дарят цветы. И вновь горят огни.
Пятый океан. Давид, пожалуйста.
резерва не хватит финансового. И это, ну, зато мне хватает на хорошего настроения, души. Вот. И я в лице нашей, значит, солистки прекрасной, вот, в ее лице я поздравляю всех вас, драгоценные, дорогие женщины, с этим прекрасным весенним праздником. И вот Диане, от нас от всех, от вас от всех, вот, я знаю. Мы считаем, что это вам всем. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Yeah.
Thank you.